Первый вице-губернатор, председатель правительства Приморья Вера Щербина поздравила с наступающим новым учебным годом участников Большого краевого родительского собрания. Мероприятие стало важной частью программы ежегодной августовской научно-практическо-педагогической конференции, объединившей специалистов сферы образования из всех городов и районов Приморья. Но мы не только даем знания в школах, а еще и проводим воспитательную работу. И эта воспитательная работа без родителей, она просто невозможна. Это очень здорово, что вы осознаете и понимаете, что только совместно школа и семья могут достичь очень многого, всех поставленных целей. Конечно же, это и олимпиады, которые нам предстоят, и всякие разные конкурсы, смотры, это внешкольная работа. Ориентируйте своих детей, чтобы они активно участвовали в жизни школы. Вера Щербина также напомнила, что с 2019 года в Приморье реализуется национальный проект «Образование». Инициатива утверждена президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и призвана вывести нашу страну в десятку государств-лидеров по качеству общего образования. И мы сегодня уже даже на выставке сейчас здесь в фойе видели, как ребята разных возрастов уже демонстрируют вот свои таланты и в робототехнике, и в других каких-то направлениях. Конечно же, нам все это надо развивать. Еще одна важная тема, которую затронула первый вице-губернатор, касалась профессиональной ориентации детей и подростков. На сегодняшний день в 14 приморских школах открыты агроклассы, а в 2022-2023 учебном году также будут открыты классы по направлениям судостроения, авиастроения, морское дело и педагогика. Очень актуальным сегодня в нынешнее время является вопрос патриотизма. Мы все осознаем, понимаем, что патриотизму невозможно научить. Патриотизм нужно воспитывать. Патриотизм – это любовь к своей родине, к своей стране, к своей малой родине, к народу. И, конечно же, чтобы воспитывать патриотизм, нужно хорошо знать историю, историю своего края, своего города, села. И очень много в этом направлении делается. В торжественной обстановке Вера Щербина вручила благодарственные письма губернатора Приморского края активным родителям из Владивостока, Артема, Находки, Фокина, Спаска Дальнего, Харольского округа и Михайловского района. Анна Дьякова, Олег Завялов, Новости на Восьмом.